Этим летом Управление образования Гродненского облсполкома, телеканал «Гродно Плюс» и база отдыха «Привал» проводили конкурс на лучший видеоролик о том, как дети весело и, главное, с позитивом проводят летние каникулы. Победители были определены 10 августа. Первое место в упорной борьбе и жесткой конкуренции досталось команде из Островца. На второй и третьей ступеньке пьедестала остановились «Квасовка» и «Ивье». Напомню, что организаторы конкурса в качестве подарка решили сделать для ребят оставшиеся дни каникул интересными, насыщенными и познавательными. В последние выходные августа участники конкурса заглянули в гости к телеканалу «Гродно Плюс» и радио МФМ и получили уникальную возможность оказаться в самом сердце телекухни, узнать о секретах рождения программ и даже попробовать себя в роли ведущих. Многие ребята оказались одного возраста с телеканалом «Гродно Плюс». Но, несмотря на юные годы, удивили обширными знаниями о телекухне и волшебстве создания на ней удивительных вещей. А победители из Островца и вовсе оказались гораздо преподнести уверенный мастер-класс в области тележурналистики. Ведь их ролик стал лучшим в области. Всегда снимали самые красочные моменты, делали так, договаривались и так все делали командно, как бы мы команда одна, не разлей вода командой. Мы никогда еще не ссорились с учителями, мы все дружно делали. Чтобы видео было хорошим, красивым и очень интересным. О формуле своего успеха ребята из города Атомщиков сказали, что просто настроились на работу и сделали ее дружно. Когда конкурсный ролик был готов и отправлен на оценку жюри, претенденты на победу оценили свои шансы достаточно высоко и верили в то, что станут лучшими, в чем не прогадали. Поскольку наша, база нашего лагеря – это центр творчества детей и молодежи, поэтому акцент был именно на творчество, на то, чтобы наши дети смогли себя реализовать. То есть это могло быть рисование, танцы, пение, все что угодно, но главное, чтобы это детям нравилось. Ну, как известно, в таком возрасте, когда им от 6 до 12 лет, они все любят лепить, танцевать, что-то пробовать, клеить, поэтому акцент был сделан именно на творческий уклон. Помимо прогулки по самым недоступным для простых обывателей кулуарам телевидения, маленькие победители конкурса потанцевали в студии радио МФМ вместе с ведущим Егором Чупраковым и еще раз удивили своим знанием о телеканале «Гродно Плюс». На каком канале? На 12-м! После насыщенной телерадиоэкскурсии ребята продолжили свое увлекательное путешествие на базу отдыха «Привал», где их ожидал настоящий праздник, о котором уже через пару дней они будут рассказывать своим одноклассникам.